Привет, друзья! Меня зовут Александр Кузнецов. Я демонстратор компании Makita. Сегодня я расскажу об аккумуляторном ударном гайковерте Makita DTW-285 с приводом 1,2 дюйма, который предназначен для закручивания и откручивания различного крепежа. Инструмент работает от стандартного 18-вольтового литий-ионного аккумулятора платформы LXT, который подойдет более чем для 320 аккумуляторных инструментов Makita. Makita DTW-285 оснащен мощным бесщеточным двигателем и сверхнадежной защитой от пыли и влаги X5. Тип патрона – квадрат 1,2 дюйма с проточкой и фрикционным кольцом, который надежно удерживает ударную головку. Максимальный крутящий момент на заворачивание – 280 ньютонов на метр. Размер крепежа – стандартный болт M10-M20, высокопрочный болт M10-M16. Оснащен тремя режимами работы – Soft, Medium и Hard. В данной модели ударного гайковерта присутствует мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности, экономичной работы на одном заряде аккумулятора. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента. Режим интеллектуального откручивания. При ослаблении крепежа скорость уменьшается, что предотвращает его падение. Возможность регулировки скорости вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. На первой скорости крутящий момент на заворачивание составляет 70 ньютонов на метр, на второй – 140 и на третьей – 280 ньютонов на метр. Реверс – для легкого выкручивания крепежа. Металлическая клипса – для ношения инструмента на поясе. Подсветку рабочей зоны обеспечивает светодиодный фонарь. Сверхкомпактные размеры – для работы в трудодоступных местах. Тормоз двигателя для моментальной остановки патрона после снятия пальца с курка. Электронная регулировка оборотов. Резиновое кольцо на корпусе редуктора защищает инструмент от сколов и царапин, а также обладает флуоресцентным свечением и обеспечивает поиск инструмента в темноте. Ударный гайковерт имеет схему защиты аккумулятора Star Protection от перегрузки, чрезмерной разрядки и перегрева. На аккумуляторах установлен микропроцессор, который во время работы инструмента постоянно отслеживает состояние батареи, анализирует его температуру, силу тока и предотвращает полный разряд, который пагубно влияет на состояние батареи. Инструмент предназначен для откручивания и закручивания различного типа крепежа. Важная особенность, что при работе ударным гайковертом у вас нет давления на кисть, и вы можете без особых усилий закручивать крепеж. Комплектация DTW-285Z поставляется в картонной коробке с клипсой для крепления на ремне. Зарядное устройство и батареи не входят в комплект, их вы можете приобрести отдельно. Например, набор из фирменного кейса MacPack, быстрого зарядного устройства и двух 5-амперных батарей. Важное замечание: если у вас уже есть инструмент Makita в полной комплектации с аккумуляторами и зарядным устройством, вы можете существенно сэкономить на их приобретении в дальнейшем, потому что наши аккумуляторы и зарядные устройства совместимы со всей линейкой 18-вольтового инструмента LXT. Эргономичный дизайн, длиной всего 147 мм. Прочный переставляемый зажим на ремень в комплекте. Удобная прорезиненная рукоятка и корпус ударного гайковерта. Вес инструмента со стандартной 1,5-амперной батареей составляет всего 1,5 кг. Ну что, теперь предлагаю проверить наш инструмент в деле. Подведем итоги. Аккумуляторный ударный гайковерт DTW-285 – это мощный, компактный и мобильный инструмент, который может работать в любых погодных условиях – под дождем, снегом и в запыленных помещениях. В отличие от своих пневматических собратьев, он гораздо компактнее и более маневренный, благодаря своей независимости от воздушных магистралей. Также не стоит забывать о возможности регулировать момент затяжки благодаря трем режимам закручивания. А режим интеллектуального откручивания сделает работу максимально комфортной и безопасной. Наш гайковерт станет незаменимым помощником для настоящих профи. Более подробную информацию вы можете посмотреть на нашем официальном сайте. Ссылка в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.